нас отозвали, а его признали пропавшим без вести. Но зачем ему призраки? Федерация первой добралась до него. Я не знаю, что они с ним делали, но если они изменили его, они могут изменить кого угодно. А призрак не остановится, пока задание не выполнено. Так, найдите его, пока он не нашел нас. Именно. В Каракасе есть человек, который знает, где его логово. Виктор Рамос. Глава научных проектов Федерации. Мало кто может назвать такого человека, как Рорк, другом. Рамос – один из них. Чтобы найти Рорка, придется вернуться туда, где все началось. День Федерации. И мы с вами, ребят, продолжаем играть в Call of Duty. Гост. О, тут какие-то праздники. Нифига себе. Салют. Давно я такого не видел. Я всегда видел только салют из пушек. Одна пальба была в Call of Duty, а тут бам, как красиво. Можно смотреть вечно. Так, а обратно как? А, понятно. Вас понял. Принимаю передачу. Очистка сигнала. Получение данных. Связь подтверждена, можно приступать. Так, следующую цель давайте тогда. Нет, это обычные какие-то такие солдаты. Так, отключить, отключить, отключить. Так, ну-ка. Вектор. ЛУ-2. Ага, с глушаком. И вектор тоже с глушаком, отлично. Но вектор-то это такая еще та. Так, выстрелить. Так. Ну давайте. Им похрен, там стоят, ну я не знаю. Как у вас там будет, мне кажется, все размылено. Так, как... ну что ж такое-то? Туплю, а, ребят? Туплю, как могу. Вперед на абордаж! Я думал, он разобьет стекло. Так, что там было написано? Что-то не прочел ни хрена. А, понятно. Может, раскачаться нам надо? Внизу враг. Так, внизу враг. Терским макаром мы. А, понятно. Прикольно сделали. Внизу еще враги. Не стрелять. Твой устал от закона. Слева один на кухне, один на подходе. Сначала на кухню. Ну, естественно. Чего-то на кухню завалил. Как так-то? Так, этих давайте. Что, попробуем? А, он проверить. Понятно. Проверить. Это хороший день. Не, типа, не проверяй, давай доиграем и так далее. И что они там играют? Тёшки-то. Жалко. Ну что ж, тогда
Придется вот так делать. Все. Чисто. Не тяни. Так, что дальше? Еще ниже. Еще ниже, походу, надо. Нам. Центр управления на этом этаже. Так, ну пора проникать тогда. Горелка. Все по-тихому делается. Система на камере сзади. Вперед. А где наш друг? Погодите, мне интересно просто. Походу, он не умеет горелкой пользоваться. Лазерная горелка. Это. Так. И. Блин, я не могу. Не понимаю, что им надо сделать-то. Еще раз повторить, не слышу, ни хрена. Так тихо говорит, я вот офигеваю. А, вот оно что, ну конечно. Я только начинаю, заканчивай. Сейчас, погоди, закончу. Все. Тихо. Ладно, пусть пройдут. А, так их тут четверо. Даже не четверо ж. Пятеро. Как он нас спалил? В темноту посмотрел. Ножки-то заметят. Все, ушли. Можно идти. Ну, погодите. Замечательно, я хочу проверить, что там. Нет, там ничего нет. Есть полюбасу какие-нибудь там статуэтки или что-то того, потому что нажимаем Escape, там файл Рорка не найден. Значит, где-то он есть. Так, где наш дружище? А, вон он. Все, уходим. Офигеть, какие небоскребы, а? Ой, блин, спящая красавица. Скрытое достижение. Один прямо под вами. Обойдите его сверху. Мы все сделаем тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, кидай. Блин, ну это повезло нам чисто. Он уже стрелял. Не забудь, мы должны отключить лифты. Нельзя дать ему сбежать. Главный банк в западном крыле. Идем на перекресток и отрубим аварийное. За мной. Так, не туда? Видите, нашли какую-то такую фигню. Спящего солдата. Ачивку заработали. А что это такое? А почему? Как-то он стал громче стрелять с глушаком. Точно вам говорю? Ладно.
А, тут обычный дверь. Что мне придется взламывать? Угу. Так, понятно. Понятно, как снимать. Все. Эй, ребят, простите, по-моему, мы не сюда, чувак. Тут они просто отдыхают. Может, не будем трогать? Слева. Цельтесь в телевизор. Готово. Фига себе штука какая, а. Да ё-моё, выключаем. Я сам-то уже не ослеп. Стробоскоп. Стробоскоп. На тебе. Ой, блин, бедные люди. Перед смертью так еще и помучаются. И вперед. Браток, ну выключай. Харе. Все, вот дали макаке стробоскоп, все, начал он пользоваться, даже отключить не может. Хорошо, мы входим с северо-восточного угла. Понял, я почти у центра управления. Не, ну, я промолчу. Так, а 12? Итак, 12 мы не будем брать. Тросы, ну давай. Матросы, матросы, давай как подключить? А, так. А это кто? А, понятно. Надо отключить питание лифтов. Похоже, у нас гости. О! Да блин! Даже не дают мне чем взять. Не, ну у нас так вектор. Лифты. Что-то я сегодня соображаю слишком уж туго. Так, сюда вам гранаточку. Еще и вот так сделаем. Так, получается. Что-то он его стукнул просто, и все. По груди. Типа, больше не кашляй, браток. Все, он сдох. Что от пацаны? Этого. Ай, блин, он до сих заряда, пор. Ну, когда же он выключит-то? К тросам. Хватайте свой трос, уходим. Угу, понял. А вот они. Вы уверены? Они сейчас могут отключить, точнее, отключить трос, говорю, не-не-не. Имеется в виду оборвать. Да блин! Ни хрена себе! Открыт достижение, черно-белый призрак, да... Блин, да... Да они уже спустились, что ли, наши ребята, или как? Давайте спускаемся уже! Все, полетел. Вот как спускаться-то, а. Давайте еще раз спустимся. А, нельзя, надо всех перебить. А, нет. Давайте, давайте, давайте. Да, это наша конечная остановка, видимо. Вот наверх. Тихо-тихо-тихо-тихо, да блин, еще один! Умри. Так он сразу-то нас прикладом-то захотел огреть.
Ты от нас уходишь, что ли? Тихо, тихо, тихо. Ёкаламына, ну так... Кто-то все-таки прикладом нас грохнул. Так, ну, все стреляют, стреляют, ребят. Продолжаем. Вон они. И уйдет, подлец. Еще один. Да, так, 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 так. Давайте-ка сюда отступим пока что. Не задели нас, не убили. Так, 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 граната. Как так-то, ну... Ё-моё, вроде никого там нет, и все равно мы, нам достаются все тумаки. Этот даже не может эту хрень выключить. Нормально. Ой, каш, прости. Ни хрена вас там. Ловить подарок. Все, и патронов нет, как назло. Вы займите позицию, я беру двери. Ладно. Аналогично. Твою мать, его здесь нет. Кэш. Ему крышка. Он знал, что вы придете. Где Рорк? Где он? Не знаю. Никто не знает. Хэш! У вас 5 секунд, чтобы передать координаты Рорка. 4. Его здесь нет. 3. 2. Его местоположение там, в зашифрованном файле. Быстро он сдался. Так, так. Это не ходячие мертвецы. Рорк! Я знал, что вы нападете на след. Ты пытался убить моего отца. Сыновья Элиаса Уокера. Мальчикам поручили мужскую работу. Где ты, Рорк? Не важно, где я. Важно то, что 10 лет назад призраки бросили меня подыхать в этом городе. С этой ночи Элиас будет жить с пониманием того, что отправил родных сыновей на верную смерть. Это была ловушка. Идем! Да. Скаркоу, операция под угрозой. Подождите. Да ё-моё, дайте хотя бы. А ученый где? Упади, пропал, нифига себе. Да уходим, уходим. Окошко какое-то надо найти. Ну, да блин. Как дальше-то? О, ну спасибо, погнул капитан Прайс. Возвращение. Да ёшкин ты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, сменим. Давайте, американские горки. На жопе. На жопе моей! Не-не-не-не-не-не-не! Да как вы не успели раскрыть парашют? Там столько еще оставалось! Ой, стреляет, стреляет! Так, а? Эй, вы двое. Отличная работа. Теперь валим нахрен. Портфель-то мы взяли, который там зашифрованный. Интересно. Ну,
Ноутбук Рамоса был сильно поврежден, но Нарад нашел кое-что интересное. Рорк? Он перемещается дважды в сутки. Но пока мы точно знаем, где он. Плавучий комбинат в Персидском заливе занятой Федерацией. Они называют его Фрипорт. Нарад все нашел. Теперь он нужен им живым. Для охоты вам предоставят пару восстановленных птичек. Я со спектра буду все координировать. Это будет адская охота. Крупная дичь. Но вы знаете, что делать. Хищные птицы. 16 июня 1942. Это нифига себе. Вертолет в Call of Duty. Что-то новенькое хотя бы. Я как раз сейчас запрашиваю. Ждите. 10 секунд. Мы должны быть готовы стрелять по этим парням. Что использовать, ракеты или пушку? Все, что у вас. Так. Вас поняла. О, клево. Выбрал пушку. Все, парни, вступаем в бой. А вот черт, там полно целей. Да наоборот, хорошо, что их полно. Враг идет по нам огонь, создание с дымовыми трубами. Так уж не интерес, что спокойно сразу вздыхают-то. Грозный линия. Тепловые ловушки! Враг ведет огонь с крыши самого крайнего к западу здания между двумя дорогами. Куда он там меня ракетку допустил? Ох, тут внуки. Так, вроде зачистили, да, мы место? Так, о, вот кто еще тут стреляет в нас. Опасность, Q нажимаю. Что ж такое-то будешь делать? Вот так бы в Battlefield'е эти ловушки тепловые бы выбрасывались, а то там только через год их можно выбросить после одного раза. Ну, слишком долго они выбрасываются, вот в чем проблема. Это я имел в виду. Так, Ю сразу жмем. Так вот. А, так мы еще там не зачистили, смотрите. Парни не могут даже зачистить это место. Почему? Блин. Тут только я, что ли, работаю? Так. Нам, значит, на такой вот завод надо сейчас проникнуть, да? Вторичные объекты систем ПВО острова. Так, угроза наведения. Чё, их не могу снять, да? Так. С крыши, что ли, стреляли? Мне кажется. Так, давайте, вот. Пошло, поехало. Ю сразу жмем. Да блин, от них вообще уже мокрого места даже не осталось. Ракеты, это, конечно, хорошая штука. Кто в нас тут наводится-то, я даже не могу увидеть. Пойди вот эти вот, ублюдки. Нет, это же эти зенитки. Значит, ракетчики где-то стоят там на крыше, поди, а? Цокают нас со спины. Я угадал? Ну точно. Так, мы погнали вперед. Значит, не вижу, кто нас стреляет. Вот видите, уже кто-то нас целится. Кто? Понятно, да?
Так. Опа. Кто-то видит. А, так вот! Ну ё-моё, даже заметьте, я не мог ее. Ну капец. Вижу. Пади тоже отражать умеют, гады. Ну, блин, они никак не отражат. И вот опять та же фигня, даже не показывает, что мы попали. Видите? Точно в цель. Все. Нифига там их еще-то. Все? По-моему, уже все уничтожили мы, нет? А, вон где они. Аутлоу 2-1, можете приступать. Мы вас прикроем. Где-то здесь. А, вот они, на земле. Он еще придурки. Так, отлично. Кто еще там? Вам нужно будет открыть огонь по зданию с севера. С севера! Есть, принято. Разворачивайте, крутите домой. Черт. Попали, нифига себе. Дурники. Так, где-то еще тут есть, да? Ну ладно, не будем тратить время тогда. Сразу полетим. Сказали же толку. Нет. Ну, живы. А-а-а, вот оно, логово. Просто на мясо их рвем. Так. Все? А, сейчас мы садимся, потом еще до хрена врагов, понятно. Отряд призраков на палубе, повторяю. Отряд призраков высадился и выдвинулся. Аутлоу 2-1, удерживайте курс. Вас понял. Продолжить поиск целей. Так, еще один. Сколько их тут вообще? Ужас, развелось-то. Так, ребята, давайте-ка уже... Оп, куда ты? Нет, лежи, мой дорогой. Столько их тут. Ужас какой-то. Так, ух ты. Тут мы уже помрем. Фига себе, почему тут-то взорвалось все нахрен? Я вроде сюда кидал. Обойдем, оп, ох, зря мы обошли. Там то ли нас сзади прикладом, то ли. Нифига себе с РПГ, парень. Так. Надеюсь, не наш был. Сдохни, говнюк. Поди от пуль, мы умерли. Не от приклада. Подозрение есть. Так. Так, ну мы зачистили вроде. Ребят, погнали. Что-то туда смотрят. Тогда надо сюда бежать. Оп. Все так лучше не делать. Так. С пистолет.
убиваем. Вот мы говнюки. Гранатка, гранатка, отходим. Что, не ожидали, да? Я вошел. Хотя мы, кстати, реально могли вот так обойти и все. Даже не увидели бы. Ребят, там их до хрена. Капец, как? Не, ну что-то я вообще. Давайте хотя бы с автомата будем стрелять. Что сзади? Козел вонючий, а? Пойди, еще кто-то есть? А нет, хэш. Там наш все-таки стоит. Так, что у тебя? Ну-ка, ну-ка, дайте посмотреть, что это такое. Да, ты вообще наш был. Так, 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 отходим, отходим. Я не хочу умирать на сегодня. А, так у нас такая же фигня. Давайте возьмем МАК-12. Я же своего не убил. Оказалось, значит. Гранатка, гранатка. Ничего себе. Давай, 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 туда, туда. Хэш, осторожней. Кто-то же кидает гранаты. Кто? Кто такой умный? Так. По ногам. По ножкам стреляем. Ой, да что же такое-то? Своих так и норовлю убить. Так, мой друг, умирай. Гранату кинули свои. Отходим сразу же. Стреляй, стреляй. Вступаем в бой, опасность близко. Повторяю, рядом наши. О, сразу телепортировались под вертолетик, норм. Вертолеты. Все. Артиллерия нейтрализована. Путь чист. Так. Понял вас, как шикарно сделали, да? И лифт не надо поднимать. С помощью скрипта. Так, ну конечно, сразу понабежали. Хрен поймешь откуда. Хочу винчестер R5 найти, чтобы было все супер и без задач. Хотя вот это, кстати, похоже пушка. Сейчас скажу, СК-2010. Вон, смотрите, тоже нет отдачи. Вон, стреляет как. Еще даже быстрее, по-моему. Все. Расчистили вроде. Мы можем его убить? Нужно входить. Заткнись! Да! Пират, это призрак 6-3. Я захватываю. Бегите к точке эвакуации. Скеркроу, 6-1 на связи. Он наш. Вас понял. Аутлоу доставит вас к месту встречи. Нам нужно выдвигаться через 30 минут. Да он сумасшедший. Амазонки, что совершенствовались в искусстве пыток сотнями лет. Федерация приняла их в свою семью, снабдив чуть более утонченными методами. Они держали Рорка в норе месяцами, обнаженного, и кормили низкобелковой кашей с ядом местных растений. Сломив тело, они принялись работать над его разумом. Когда сдался и разум, принялись за душу. Что осталось, переделали, напитав его ложью. Превратили в марионетку. Мучительный процесс. Жестокий. Рорк стал их призраком. Идеальным оружием против нас. Что они с тобой сделали? Да, то же, что и ты. Дали мне свободу.
Когда-то ты учил меня, что призраки не ломаются. Теперь я хочу спросить тебя еще раз. Любого можно сломать, Элиас. Мог бы спросить своего дружка Аякса. Ну, если бы он еще был с нами. Хватай его стул! Хватай его стул! Итак, друзья, мы с вами, естественно, продолжаем играть в Call of Duty Ghost. Да. Что, так все и закончится, Элиас? Ты выбросишь меня из самолета? Ты мне все расскажешь о раскопках в Сан-Диего. Ты что, сбросишь меня, лейтенант? Опять? Отвечай, Рор. Ты вправду считаешь, что можешь меня сломать, Элиас? Подходите! Ну же! Вот и я! Так, нажмите вперед, чтобы вытащить его. Ко мне его. Это конец, Рор. Мы победили. Ты меня не победил, Элиас. Ты только что очень облегчил мне работу. Ну капец. Так, так, так как отойти-то, ёлки-палки. Ничего себе. Найди меня, если выберешься отсюда. Запасное место есть всегда. Ужас. Я не понимаю, как это вообще сейчас произошло? Как он чудом не упал? Непонятно. Запасное место есть всегда. Имелось в виду присоединиться к нему. А чё ж он тогда не спас меня? Говнюк. Отблагодарим мы его потом. Так, и что дальше-то? Так, нажмите Е, понял. Круто, джунгли. Джунглоиды. Всем выйти на связь. Отлично. Бегом со мной. Господи, как нас глючит, а? Если слышишь меня, постарайся найти место окружения. Продвигайся тихо, тогда точно нас найдешь. Понял. Ой-ой-ой. Так. Может, но я бываю как мать. Тихо-тихо-тихо. Думай. Да, тут по стелсу надо идти. Пойдем сюда. Так, вижу одного. Так, минус второй. Там вообще их трое. С парашютом прыгал. Нет, это не наша цель. Я уж подумал, они не заметили. Все, готовы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, плохо получилось. Да, разглушителем берем. Интересно, а зачем мы им с глушителем? Что-то это неспроста. Нет, давайте из пистолет реально возьмем. Тут, видите, хотя бы есть приборчик, который... Тут тепло выделяет, по крайней мере, показывается. А если МТАР взять сразу? Ну, это классная пушка, я знаю, но... Мы не увидим тут никого.
Так, ребята, вы здесь? Я хотел тут к вам бежать. Говорите, обойти тихонько. Может обойти, да, реально, может обойти. Нафиг нам сражаться. Двое. Тупак заметил бы. Поэтому и убили. Так, не, ну ладно, не будем трогать. То мы так долго пробираться будем. Пока одного шлепнем, второго. Логан, наши датчики засекли твой сигнал. Мы почти рядом. Угу, понял. Пробираемся как можем. Дикие, опасные джунгли. Я думал, мы против каких-нибудь тут приматов будем, против волков сражаться. Ну, видимо, разнообразие еще раз захотели нам показать солдат. А, вот и наш. Все, бежим, бежим, быстрее, папка! Себе. Тихо, 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 ребята. Ой, ой, опять я в своего стреляю. Что такое-то? Парни, вы готовы? Мако заберет нас в 2 километрах отсюда. Это еще что? В любом случае, просто так не сдаемся. Будем действовать тихо и быстро, попадем домой. Пошли. Ну, как там говорил, землетрясение это. По-любому. Не дай бог, сейчас будут какие-нибудь там жители деревушки. Ждем. Куда? Куда они, интересно, побежали? Вверх по ручью и не шуми. Ладно. Марко, слышишь меня? Мы уже на полпути. Пока идем вдоль реки, но на месте будем. Так. Да возвращается. Ну-ка, 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 где? Вроде мой теплоприемник. Ничего не видно. А, вот сейчас увидел. Ой, блин. Сразу нас заметили. Смотрите как. По крайней мере, стреляли уже. Я себе открываю огонь по камню. Тихо, 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 тихо. Камушек, ты наш спаситель. Жизнь нам спас. Молодец. Вперед. Что такое? Так, ну уже все. Спалили. Я думаю, до последнего будет. Как знаете, снайпер. Блин, я даже забыл, как она называется-то. Снайпер Гост. Да? Гост Вариор, во. Призрачный воин, точно. Вот там, что-то типа того, в джунглях сейчас будем воевать. Не, ни хрена. Недолго стелс длился. Вот кушечки. Так что, еще один остался где-то, нет? За водопадом что-нибудь есть? Файл Рорка не найден. То есть Рорк где-то все-таки прячет какие-то файлы. Вот. Офигеваю. Нифиг ему делать. И ни разу мы ничего не нашли. О-о-о! Пошло, поехало. Жалко, тут Райли нет с нами. Мало боеприпасов. Ох, плоховато.
Придется тогда нам взять... Нет, это полная хрень. Нам надо что-то другое. Так. Ну неужто у них ничего нет? Вы издеваетесь. Хоть что-то. Нет? А, во, бизон. Все равно нас спалили, так что глушак нафиг он нужен. Вертушки над нами. Ждем у опушки. Пусть пролетят. Идем тихо, не светимся. Встречаемся на гребне с той стороны. Связать, идем по одному. Ну, погнали. Берегитесь, парни. Не светимся. Не светимся. Не, ну подобная миссия была уже, да. Call of Duty в четверке. Была. Порядок, идем дальше. Вы почти у реки. Мы прошли так? Мак, говори, сталкер 1-3. Мы у реки. И... Ничего себе! Как заметили? Каким макаром? Я чуть в Мэрику жопу не поцеловал, блин, нас еще заметили. Так, ну и... Это, наверное, шутка? Это что, шутка такая, что ли? Нифига себе! Ё-моё! Так, ну, выплывать надо, давайте. Так, мы полезли. Я уж думал, это враги к нам тут подъехали. Из Юкатана не нанесла удар по США. Куда она делась? Именно это, парни, вы и должны выяснить. Операция Циферблат. Штурм комплекса Федерации Ванда. Там мы получим нужную информацию. Вам необходимо проникнуть в комплекс и собрать любую информацию по ракетной программе. А как же ваш старый друг Рорк? Он от нас не отстанет. С Рорком мы разберемся. А пока главный приоритет — циферблат. Циферблат. Время 22:35. О, уже Понял. Зима. Тик, мы добыли вражескую форму и сейчас направляемся к КПП. Так, погнали. Заняли позицию в КПП и ждем возвращения патруля. КПП впереди. У вас 10 минут на то, чтобы оказаться внутри черной птицы, когда мы вырубим питание. Вас понял. Ладно, посмотрим, что дальше будет. Я вижу 8 у КПП. Не, ну подобные миссии такие были уже в Call of Duty. А с тем, что на вышке будет делать? Сначала снимите его. Вышка справа. Все уже подобное было. У нас тут трое на контрольной вышке слева. Снимем их вместе. Киган справа, мой слева, Логан в центре. Ладно. Сплэш 3. Кончаем остальных. Всем выбрать цель. Вперед. Нифига себе, они идем. Даже без меня справились. Ё-моё. Логан слева прикрывает Кигана. И уберите труп, мне его отсюда видно. Хэш с тыла прикрывает меня. Кик, Редбёрд у нас. Где патруль? Так, они сейчас. Пошли в внешний периметр, направляются к вам. Ощутило.
нам, значит, они сейчас подъедут, да? Шоу начинается. Надеюсь, форма сработает. Да, я тоже надеюсь. Да, да, блин, такие миссии были в Call of Duty, вот отвечаю вам. Один в один. Это в первой части было. Я точно помню. Морган, возьми водителя. Посел Турисан. Чисто, быть в зеленой зоне через 30 секунд. Подобное было, было. Так, удерживайте F, чтоб... Ну, блин, то, что было. А, во! Я думал, что за фигня? Внутри расходимся и не палите почем зря, как свет вырвется. Кэш, взламывай их систему, как доберемся до пункта охраны. Принял. Машина захвачена, готова выдвигаться к подвергу. Отключение через минуту. Будем в Blackbird. Так, 30 секунд. Прям как в Payday, куда-то мы собрались. Там у нас, небось, сверло, да? Дрилит будем делать. 15 секунд. Отключение чего? Вот я вот этого не могу понять. А, понял, походу. Ну да, я так и подумал, что электрическую, скорее всего. Пошли. Отключат. Ну да, 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 вот. Вот эти штуки, я думаю, сначала отключат. Двигайтесь, у нас мало времени. Что-то палит, парень. Куда ты палишь? Куда? А чё у меня одного лазерного прицела? Нет, что-то фигня. Может, как-то можно включить? Ни хрена. Так, ребят, ну что, куда идем-то? Я здесь. После подключения мы услышим и увидим все. Начинаю статическую проверку. И есть сигнал. Есть. Движение впереди. Чисто. Кик, мы в зеленой зоне. Готовим Виктора. Есть. 30 секунд до восстановления питания. Гидроизоляция нам ни к чему. Будете здесь. Ты слушайте, да я пророк какой-то. И вправду дрилит. Будем делать. Я даже не ожидал. Вправду. Так. Угу. Гидроизоляция включена. Стоп. Поджигайте термит. Назад. Взрывай. Передняя дверь открыта. До гнезда 4 минуты. Ой, отлично, отлично. Вперед. Вот к вам направляется целая толпа. Целая толпа, ну я уже вижу. Куда пополз мой друг? Бежать. Так, еще тут дружки. Опа. Все, двоих. Сильная активность на следующем перекрестке. Оп. Нифига так, получайте гранатку. Как могу. Впереди все чисто.
Оп. Нет, никого нет. Так, и куда же? А, туда. Запутался. Хрен поймешь. Переключаюсь на южный коридор. К нам направляются цели. Выходим из селенки. Двигаем по шоссе к гнезду. Вижу минимальную активность на шоссе. Радар вас пока не видит. Так спокойненько все произошло. Противники скапливаются в ротонде. Не спешим. Ну-ка, может, тут какие-нибудь документы лежат, там же, знаете. Ничего не лежит, странно. Непонятно, вот где искать реально, может, как-то... Опа, противнички. Стоп. О, эль капитан Гонсалес. Я в Йене Асяки. Стоит. Огонь. Не отставать, парни. А зачем он это сделал? Непонятно, мы просто могли бы их шлепнуть сразу. Ну что за бред? Похвастаться испанским надо было или как? Прости, парень. Туда смотрел стенку, молодец. Далеко пошел. Все отлично, вы идете по расписанию. Так, лежать, собаки. Куда побежали? Кик, мы вошли в гнездо. Подготовка к передаче. Все сбрасывайте мешки на платформу управления. Бросайте мешок сюда на стол. Мешочек. Сейчас. Приступай к компьютерному банку. На загрузку нужно 2,5. Турель. Вас понял. Мы вас прикроем. Так, если они так пойдут, понимаете, а скорее всего пойдут. Конечно, нашел данные по ракете. О да, все здесь. Параметры, конструкция, применение. Так, мина даже есть. Фикс. Так. У меня еще есть время или нет? Цели приближаются по главному склону. Сюда. О! Братишки бегут. Это такая турелька, блин. Они бы еще ящик, как в Payday, блин, сделали бы. Турель. А, так две. Два петуха. 2,50, 2,90 вроде, да? Как же называется? Так, ладно, пока что этих обстреливать. Ублюдков. О, тут какая-то аж люнкс. А, люнкс у меня есть. Ещё себе, какая она быстрая. Скорострельная. Главное, из одного выстрела убьёт. Чую, что в мультиплеере-то нас двух будет брать. Это какая разница, вы представляете? Она человека просто так вот. Бам-бам, все. Его нет. Хотя там разброс есть такой маленький, так что около МН. Не, стоять, ребят, ну как бы давайте что ли вместе работать, прикройте меня. Ох ты, гад, побежал, что ли? Побежать хотел, что ли?
что я хочу поменять. Голографический прицел. Да. А, нормально. Подумал, что враг так крадется. Что, патроны, что ли, бесконечные у П-90? Пейдеи там за секунду кончаются. А, все, понятно. А АМО закончилось. Теперь нам не сладко. Это, блин, это вообще враг был. А? Берем вот эту пушку. Ничего себе их там. Взяли со всех сторон, гады, а? О, что это за пушка, интересно? А, давайте посмотрим, как это называется. Вепрь. Да, классная штука. Вообще без задачи. Обалдеть. А, все, уходим. Мы перехватили переговоры на резервных частотах, они скоро будут рядом с вами. Все, сдохните, собаки. Сверим часы, 23:56. Есть. Выходим тем же путем, что вошли. Оружие держите наготове. Смешиваемся с толпой. Нога, помогите ему. Ромай. Не стрелять, если не хотите прорываться с боем. Погнали. Нога. А, понятно. Понятно, понятно, все. Бур у них. Они начинают собирать своих людей. Мы все видим. Я советую вам поторопиться. Ну сразу же акцент-то выделяется у американцев. Мы только что ослепли. Завод у них. Ой, шапочка-то какая. Не палимся, не палимся. Быстрее внутрь. Окей. Все, тихонько вышли, ну капец. Вот это профессионализм. Содержит оценку потерь. Оценка потерь? В городах. По всей территории США. Толедо, Лексингтон, Чикаго. Кик, мы покидаем базу. Удачи, парни. Не отставать. Транспорт будет через 2 минуты. Они тормозят машины. Все по плану. Стойте, но будьте наготове. Выпаса, эй! Эльмандо нос ассигну аль периметро! Но tenemos tiempo para esto! Парен el мотор! Нормально. Так, о, за пулеметик. Другое дело. Так это даже не пулемет. Так, оборачиваемся. А как, может, темп стрельбы может поменять? Ну, на пулемет. Не особо хочется, но все-таки. Во-во-во, как, точно, туплю. Единичка и двойка, да-да. Нет, по-моему, вот это покруче будет, гораздо покруче. Ой, я не могу в них попасть. О, попал. Все, прибыли.
господа. В текстуру спокойно все. Ой, блин. Только мост можно что ли сломать? Тихо, тихо, тихо. Блин, закончились патроны. Так, еще, ага. Хоть с этого момента спасибо. На этом. Все. О, так еще и патроны восполнились плюс. Шикарно. Ничего себе! Круто они придумали. Подводка.